Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я хотел бы рассказать вам, как пользоваться одним очень интересным приложением, и называется приложение Заметки. Ну а также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформе Google Play или же App Store. Ну а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть и подобное. Ну а также перед началом самого видеоролика хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, ведь меня смотрит действительно очень малое количество людей с подпиской на мой канал. У меня к вам большая просьба, чтобы вы подписались, мне действительно будет очень приятно. Ну а мы начинаем. Итак, при входе в приложение у вас открывается вот такой вот интерфейс. У вас тут отображаются все заметки, которые, допустим, вы создавали, то есть их определенное время, когда вы их создавали и так далее. Вот. Тут трудностей особо-таки никаких нету. Тут есть настройки, вы можете, то есть водяной знак и уведомления. Уведомления, то есть можете разрешить, можете выключить, вообще как вам это будет нужно. Но я рекомендую включить, потому что заметки это всегда то, что обычно важно человеку. То есть вот. Тут отображается общее количество заметок без категории, с категорией работа, повседневное, личное, путешествие. То есть можете, конечно же, отметить. Есть также раздел избранное, то есть вот. Я создам, допустим, новую категорию заметок и назову ее как пользоваться, вот. Далее мы можем также добавить сюда какие-либо задачи, заметки, то есть вот, допустим, чисто вот рандомные буквы написал. Далее можно все это дело, конечно, настроить, то есть активировать, добавить напоминание, отметить как важное и подписать какое-либо примечание, если вам это будет необходимо. То есть вот далее, как вы все делаете, просто нажмите на галочку. То есть вот как-то так. Также установите время напоминания, если вам это будет тоже нужно. То есть вот. Далее. Вот как так это у нас теперь отображается, то есть во всех заметках у нас будет это отображаться, то есть вот как пользоваться раздел, у нас будет так и работают все эти заметки, то есть тут сложностей вообще никаких нету. Если же у вас какой-то другой интерфейс, или же вы не поняли, как пользоваться этим приложением, то просто напишите в комментариях под этим видеороликом, либо же мне в ВКонтакте. Я вам постараюсь объяснить, что к чему, и тем самым, то есть, если у вас какие-то есть дополнительные вопросы, вы тоже можете их задать. То есть, я вам тоже постараюсь объяснить, что к чему там. Ну, в общем, на этом я буду заканчивать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто досмотрел видеоролик до самого конца. У меня к вам большая просьба, чтобы вы прямо сейчас подписались на мой канал и поставили лайк. Это делайте только, если вам действительно нравятся мои видеоролики. То есть, вот. Ну а на этом я завершаю с вами видос. Всем удачи, всем пока, с вами был ProGamer. Всем до новых встреч.